Всем привет, с вами Свита. И Кристина. Сегодня мы пришли в Макфоксе. Сегодня мы вам снимаем с улицы. Сегодня мы будем кушать Макфоксе. Ты меня снимаешь. Ты же говоришь, я тебя никогда не снимаю. Сейчас я вам хочу продемонстрировать наши прекрасные булочки. Булочки. Бургеры, булочки. Булочки. О, господи, он там еще запакованный 33 раза. Ах! Смотри. Все, не распаковывай. Класс. Короче, сейчас мы будем кушать. Давай поднимем тост за твой год, как ты снимаешь это видео. Да. Какая она холодная. Давай, я сниму. Да. Я вчера тоже снимала видео про то, как я год снимаю видео. Ну, прикольный март. Точнее. Ну давай что затестим. Давай бургер попробуем. Да мы уже все пробовали здесь. Нет, это тоже мы не пробовали. Ну пробуй. Зачем ты такой длинный сделала? Не знаю, для прикола. И Аня ест. Ну и как? Масло очень вкусное. Я просто дома только ела этот... Господи, только блинчики с мясом. Я ничего не ела. Ну что, все? Угу. Мы потом продолжим. Кристина, улыбнись. Я улыбнулась. Как здесь меня видно? Видно. До свидания. Селфи-палка. Ты что, никогда не видел? Ты что, никогда не видел? Иби, вот, простите. Давай, пошли. О, это же камера была включена. Она камера, да? Простите. Поэтому подъезжала. Никогда не видели селфи-палку. Нас видно? Сейчас идет снег. На улице минус 5. Минус 3, минус 3. Куда сейчас меня уже? Я говорю, мы были там. Посмотри, зеленый свет. Подожди, я же не... Да спать! Форест, беги! Еще живо, они тут так же. Ты куда? Иди ко мне. Идешь? Я тут одна с камерой разговаривать не хочу. Нормально, я же не бегаю, я же не с платформа. Ничего. У меня вообще он сапог расскажу. Надо было французов сходить на 8 марта, там тюльпаны стояли. Там сейчас тоже много чего стоит. Смотрите, этот зверек, как его называется? Мопс. Нет, вот тут норка. Где? Вот той корзинке. Ой, хорек! Ты какой хорек, дурочка. Это не хорёк. Блин, а как он называется? Вот подойди и спроси. Блин. Какой хорёк? Давай ты хорёк. Что мне куплять? А что я достал сигарету? Нас видно? Видно. Не кашляй. Готовы? Не чувствуй, болей. Не болей. Adventures. Где будем сидеть? На первом где-нибудь. На первом нет, еще наверх. Сейчас мы возьмем. Все, Кристина нашла что-то. Сейчас мы будем зырить, что тут у нас есть. Пойдем сразу на чай, да? Ой. Ну только не хот-доги, не булки. Ой, не булки, а эти, да. Что ты его крутишь? Что ты хочешь? Я хочу чай. Нет, я хочу кофе. Я же кофе не пью. Сейчас, подожди, я настрою камеру. А вот это что такое грох? Я такого просто не знаю. Я же не знаю, я же не пью все тут здесь. Сейчас, я там куда-то. Смотри, какие тут у нас тут цветочки. Это хризантемки. Я буду в макачи. Вот тут, что я тогда пью.
Ну, купляй себе. Ты что будешь? А, я не знаю. Бывает что-то такое? Ну, попробуем имбирный. Не, малиновый, мохито, горячий пунш. Ну, мохито мы уже пили. Попробуй, давай. Пунш. Облепиховый или пунш апельсиновый? Давай апельсиновый пунш. 17. 24. И что будем сладить? Ну давай такое что-то. Давай круассан, господи, что? Давай шоколадный. 11:11. 56. Хватит, все? Все. Мы с вами не прощаемся. Капучино и чай. Пунш облепиховый. Или что-то я на месте там решу. Все, давай. Вот, нам принесли наш заказик. У меня грог, а у Кристины мокачино с каким? Мокачино. С шоколадом. Вот. Обязательно каждое слово исправлять? Обязательно. Вот, сейчас я поставлю. Надеюсь, оно будет нас видно. Ну, по крайней мере, я надеюсь. Вау. Такое. Давайте с вами чокнемся. Это твоя голова? Нет. На, моё, попробуй. Я хочу попробовать, дай. Прикольно. Мне нравится. Такое. Чудно такое, да? Какой-то очень и круассанчик. Ты меня закрываешь рукой. Хорошо, любите жаловать. Mm-hmm. Вот. Какой же он приемный. Да, я тоже не знаю. Потому конца пульса, ай-яй-яй. Да, вы скатились. Видишь, они его отрезают. Наполняют. А что так делает? Шоколад. Господи, твоя воля. Как всегда, а не шестоня. Почему сразу что? Спасибо. Я всегда добрая. Заметно. Ой. Ты опять грязная? Идите. Простые будни Ани. А. Зависим в школу идти, приводим сюда. Хорошо. Я сегодня была в школе, так что с меня не почитается. Очень странный вкус, я не знаю. Я бы не сказала, что я сегодня никуда не идти. Классно ты порешала. Какое? Я уже, мы с тобой уже все чистим. Тебя бибанят. Тебя бибанят? Да. Хотите чеби бани, ребята? Думаю, хотите. Дай мне шоколаду. Нет. Да, ну тебя же вбирает. Не лезь мне в чашку. Там шоколад, а где шоколад? Оливковый, где шоколад? Не мало. Ладно. Будем с вами, встретимся потом. Не прощаемся. Бессовестна Кристина. Все. Вот так правильно будет, наверное. Да? Да. Ну, а как по-другому? Все, покажи наше приобретение. Да. Кого мы только что слышали? Я не знаю, кого мы только что слышали. Я первый раз не вижу лицо. Правда? Да. Пошли в Ванде. Куда? Нет, пошли к Ванде. Зачем? Я отнесу. Зачем? Ну, дай мне сумку. Нет. Сумку мне давай. Что, пошли. Что такое? Вот, посмотри. Ну, хай. Даже жалко, чтобы я положила зефир в это. Короче, ты за деньгами, ты за какими деньгами?
Так ми собаку ще не постригли. Правильно. А, я була в знос, в знос. Так. Діти вперед. Треба скачати пісню. Знаєш, яка мені зараз пісня? Така пісня. Какая? Ні, ні. Какая? А, You With Me. Короче, там не только не то, что сама песня, там просто очень красивая мелодия. Ну, давай мелодия. Блин, если я сейчас начну мелодию напевать, то ну, просто мелодию. Не надо слова, мелодия там. Нет, и мелодию так не могу. Закрама мама. Всё, закрама мама. Закрыти. Пошли в этот. В Аврор? Да, пошли в Аврор. Finjarize. Все, вышли мы с Авроры, ничего нет. Так? Да, Аня. How did Finjarize? Когда заедает песня, это просто... Да, ты лучше. У меня не песня заела, у меня образ стиль заел, как она там пела. How did Finjarize? Ананас. Вы не знаете мою любовь к ананасам. Походу там закрыто. Ну позвони маме. Окей. Happy teacher. Пошли в океан. Пошли. Это место, куда мы ходим всегда в школе. Пошли в океан. Пошли в океан, да. Это мы со школы всегда что-то такое, если поесть, заходим покупать в океан. Алло, ты где? Окей. Покажи разукрасочку. Продемонстрируй зрителям. Вы увидели, да? Смотри, это идем не через... нам, это моей сестре. Почему? Я бы с удовольствием бы покрасила разукрасочку. Я помню, я детстве очень любила разукрашивать. Я тоже. И сейчас бы я бы почему-то такое путаю. Я раньше любила, вот ты знаешь, вырезалки. Понял? А, я тоже. И я постоянно их не, ну, некрасиво вырезала. И мы с Юлей, она начинает на меня злиться, потому что я неправильно вырезаю. Ну, некрасиво. И потом я начала стараться вырезать. И начала вырезать еще хуже. Нет, начала вырезать красиво. Ну, было шикарно. Нет? Да? Нет? Сегодня да? Мы увидели какого-то милого сурочка. Или ласку. Я не знаю, как это животное называется. Ну, ласка. Сейчас мы идем к Кристине в магазин. Реклама, реклама, Кристина. Приходите в магазин Lucky Cats. Кристина, что ты можешь сказать про свой магазин? Прорекламируй его нам. Он супер. Вот здесь вы для можете... Для котов, для собак, для рыбок. И там еще есть плюс турагентство. Для спинок, для попуга... Да. Не подходи так близко у тебя. Хотите поехать в Таиланд от $800? Хотите поехать в Шри-Ланку от $800? Назови адрес. Проулок Кахарева. Сколько тут? Улица Олексия Береста. Береста 9, Lucky Cat. Lucky Cat. Короче, возле нашей школы. И там значит... вот это наша Андрей школа. Приехал. Вот это директор магазина, смотрите все. Запечатлим! Привет! Смотрите, кто у нас здесь. Вилли, да? Куда стой. На свет его сюда, дай его шубить. Кристина будет, и я, и мама стричь его будем, да? А потом мы поедем к Кристине. Да, милая Кристинка? Тебе нравится Вилли? А Белочка больше или Вилли? Конечно, Белочка. Конечно. Ну все, наверное, будем заканчивать, да? Дома заканчиваем. Саш, мы же будем снять их. Да, да, все, так что все. Всем пока. Пока. С вами была Света и Кристина. Ставьте пальчики вверх. Подписывайтесь на мой канал. Подписывайтесь на наш канал. Там мой канал, не два. Ну, Кирюш, нету, есть. Пока. Знаешь, так. Ух.